предложение одно. Ты делай сальто сзади здесь и за поцелуй в щечку. Задняя сальто через голову. Нихуя себе. Как мастер. Смотрите, вистят, вистят. Окружающих еще крутится. Уже дай мне 5 хвилин здесь, да? Я говорю, Таня, посмотри этот момент, подскажи мне, нормально или нет. Включай пробел и зависла. Таня сидит, уже ложится спать. Да, я уже засыпаю. Я уже засыпаю. Подождем. Подождем, твою мать. Таня говорит, доделай быстрее жесть. Я такие, ну давай, сейчас по бырику доделай сегодня. Ну, этот профайл еще один там. Включай пробел. Остается мало работы. Я включаю, и все, зависло. Пошел есть, мыться там, пришел. Опять зависло. Иду тут. Пытаюсь установить вспышку под бит. Класс. Опоздание на 1 секунду. Попробую выставить так в миллисекундах все. Заклеил несколько мелких дырок. 2 дня не спускало колесо. И опять сегодня утром спустило. Что это такое? Опять на заправку нужно 10 минут топать. Помните прошлый сезон, когда у меня дырявые покрышки были? Вот, смотрите. Это покрышки с подвеса, и они уже тоже дырявые стоят. Как видите, солнечная погода, но грудока нет. А почему? Он обещал, только потеплеет, буду делать флип. Вчера было тепло, сегодня. Я написал ему сам, потому что он не пишет, не звонит мне. Оказалось, он заболел. Только рудок может заболеть летом. Лето, воскресенье, никого нет на трейлах, никто не прыгает. Все в листьях, в палках. Первый прыжок на трейлах. За день. Небольшая экскурсия, вот наш пул. Ох, блин! Вот наш туалет. И вот там вот столик, на котором бухают постоянно. Дякая. Рулевая, блин, раскручивается. Саня, ты где? Подписчики спрашивают, где бэкфлип? Бэкфлип. Нормально, Саня, дай бэкфлип. Давай в камеру. Нам надо бэкфлип, мы требуем его. Там катеры строят дёрт, единственный, кто катает на трейл. Хочу расчистить вылет, убрать траву и прыгать второй трамплин сегодня. Сейчас побачим, чи не вкрал лопату. Сейчас я Вову самокатера научу копать. Вова никогда не копал? Дивись, вот так, бери он так и под таким углом. Чуть-чуть надавлю вниз, чуть-чуть. І так чисть. Просто сили багато, прикладу, але рівно держи лопату. Я зробив виліт, зараз Вова поможе мені зробити розгон і будемо прыгати второй. Сделав я виліт, приземку, виліт чуть-чуть підправив і чуть-чуть підняв контрик, нужно його ще вище підняти, щоб був накат краще на цю серію, тому що нужно крутити, а я не хочу, щоб нужно було крутити. Ще останній трамплін і все, готово. Приглашаю всіх в трейл-парк, город Ровно. Катайтесь і наслаждайтесь. Блин, Женя, казал на заднее колесо, если хочешь на плоскость. Вован! 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 Розовий. То саме, але він чорний. Ну то бери чорний. А я чорний не купую. А перекрасиш в розовий. Yeah. Казують, Владик це по-польськи Вова. Yeah. Ти мені будеш розказувати.
Я просто в Польщі ніколи не був, то я бо не ти шарик. Не був, а Владик – це Вова. Це так. Що Владик, що Вова – це той самий хрен. А блядь, прізвище – поляк у мене. Тому що я поляк, бо прізвище у мене – поляк. Поняв, не поняв. Ай, ти задрав мене уже! Що я зробила? Ти поляк, бо прізвище в тебе поляк. Ну, а Владик, блядь, бо Вова, нахуй. А якщо Вова, то Владик, то одну хуй свою. Поняв, не поняв. Ай, ти задрав мене уже! Що я зробила? Адьорта! Диви, який жирний. Не, заводит. Что ты делаешь за то, что перевезли? Я на роллах не переводил. Взял, блядь, портфель нахуй, блядь. Открыл, чтобы морда была вынута. И, блядь, на роллах со всей дуряги, блядь. Ну что, нахуй, по дороге зайду сюда. Собака украсть пошла. Охуезно, так вообще, так нахуй прокатал, блядь, сам нахуй, пиздец. Собака, наверное, вахуй. Он, блядь, я его достал нахуй с портфеля, он, блядь, вот так он нахуй. Бідна собака, бля. Для чого ти кайфанув, безплатний кайф. Ти ж так нахуй сука прокачає. Бля. Ні, вдома я якось куплю, бля. Бери поліцем по голові беряти. Да, все спрашивают, когда фильм выйдет. Тут я объясняю. Вчера была нормальная погода, ты катался, а я сидел дома целый день монтировал. И сегодня полдня монтировал, в воскресенье. И вот приехал, докопал, и сейчас чуть покатаюсь. Так что, ну, делаю каждый день, а когда доделаю, не знаю. Ты что, боссы катаешься? Да. Ё-моё, Жень. В трусах боссы. Давай кисть трюк. Кан-кан без зутя. Нет, ты шо? Давай, кан-кан без зутя. Давай. Шо? Труса. А я буду в видео. Да, конечно. Ты хочешь быть в видосе? Угу. Если хочешь быть в видео, давай в трусах и без кроссовок, без обуви. Давай. Кан-кан? Можешь что-то ноу-хенд безопаснейше. Не, давай ноу-фут кан-кан. Давай. Сука, а страшно. Без обуви я могу без обуви попробовать. Давай. Давайте, у кого лучший трюк без обуви будет? Тот выигрывает корсета в Орласта, балана. Да, хуя, он, блядь, стоит, ебаный в рот. Как твой самокат. Пиздец просто. Женя, аккуратно, бо, блин, пальцы. Нет, нет, о, я пью. Пацаны, просто попробуйте прыгнуть. Я уже чувствую. Ее, давай. Ее. О, как больно. Трёха, еее! Чу! Опа, сейчас дивись, ну. 172, носках! Теперь ты дивись, дивись. Давай, давай. О, блядь, стойте! Ох, блин. Больно, наверное. О, кстати, можно кстати, гринди попробовать. Кто еще без обуви, все? А. Давай. Давай трёшку по голову. Ё-моё. Ее! Но фут кан-кан без обуви. Давай 5. Ярик попал в видео. Я не буду. Прощаю тебе негативный коммент на ютубе. Ярик написал, что у меня говно видео. Когда-то. Давай, Вова. Ее. Еее! Чисто на носках! Не, ну ты шо, я шо... Давай я сужу. Давай, покажешь вам ну гринд? На трубе, да? Да. Давай, Ройл! Еее! Покажи вам ну еще раз. Еее! Давай еще раз. Давай еще раз. Давай.
Yeah. Блин, надо жесть проделать уже. Пойдем за ним. Украина бомжи. Yes. Украина бомжи. Yeah. По крышке? Yeah. Давай опять, нормально. Ну ладно, идем снимешь видео. Прикольно. Не, ну просто у меня 15 тысяч подписчиков, у вас будет много внимания, лайков хотите. Предложение одно. Ты делай сальто заднее здесь и за поцелуй в щечку. Заднее сальто через голову. Нихуя себе. Как мастер. Я серьезно. Любая из вас. Ух ты, сбрюк. На чувачихой сыграют. Давай. За поцелуй. Сальто, риск жизни. Ну так ты профи в том смысле. Ну типа, ты впевнений в цьому. Ну, за поцелуй, да. Так не уверен. Поспалим. Не мешай, ну что ты стоишь кадр? Да? Хорошо? Да? Окей? Давай. Снимай, типа мне вообще паузу идут. Капец. Зараз він просто для типа з'їхав для себе. Ти відео не попадеш. А ти пізду не попадеш. Ільдар знімає, зашибісь просто. Є! Іди сюди, хто. Нормально. Офігеть. Офігеть? Так. Спасибо. Поцелуй будеш? Стоп. Вован! Я не сказал, кого целовать. Вован! 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 Иди сюда! Подстава, да? Подстава? Да, чуть-чуть подстава. Ну, это ксе. Ну смотри, вот, сексуальный парень в жилетке. Не подходит? Давай мы аннулируем все, потому что, ну, как бы, не правильно. Ладно, чувак, сори, что у нас прогорел спор. У нас спор был с девушкой. Поцеловай щечку, но я не сказал кого, позвал тебя, она передумала. Да в ней, блядь, складки перевисли. Ну не можно так обижать, Вован, це не гарно. Нет, це типа правда. Не гарно, Вова, так не можна. Ладно, вибач, все, давай п'ять. Вован, тут... Це давай, вибач. Крутий перець у вас? Вован, да, крутий перець. Да. Вова! Не, не обижайся, він просто так не гарно себе веде. Що, поснімаємо, Вован? Ні, потім, дай зараз питати, бо я не можу ніяко скатати. А що ти в капюшоні? А, защита? Да, блядь, я хочу нормально пропустить, нормально раскатать. А, понял. Давай, какие трюк? Трюк. 50-50 на всю тумбу. Йоу. Еее. Yeah. Пацаны, кто поможет Вовану занести поддон, чтобы он по рельсам скользил? А чё Пеп скользил там типа? На рельсах? Да, на рельсе. На рельсах! А чё Пеп скользил там типа, а ты уже не можешь? А Пеп скользил? На рейсах? Да, на рельсе. На рейсах? А, ебать. На рельсе? Ебать. Блять, на рейсах чи на рельсе, заебал? На рейсах не, блять. На рейсе, думаю, Пеп на рейсе, таких рейсе, нахуй, на рейсах. Ты, блять, ты весь час тут, блять. Он возьми яблоко айфону все один. Яблоко. Да. Огрызок, блядь, возьми один. На, не. Сколько денег до себе вону, что он воду прыгнул с моста? Я ёбнулся в воду, блядь. Скільки? Вот скажи, скільки. Пацаны! Кто сколько готов гривен дать, чтобы Вован прыгнул потом с моста в воду? 50. Что? 50 рублей? Наберем сотку. Наберем. 100 гривень, чтобы Вован прыгнул в воду. Дик мене собой. Скользить по забору и в воду на роликах, да, Вован? Не, прыгнем. Сальто. Щучкой? Да. С ролом. В Одессе? А по этим ролам пизда, да? Блядь. Уж по этим ролам мне покупать. Вова, поможешь? Поможи, Вова. Не, 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 не
Та поможи, это ж малі діти. Помога. Какая ровно дружественная атмосфера, сплоченная работа. Блядь! Я сука! Це пизда! Мене обосрали! В небо не тащить. Пацани просять за те, що тащили, щоб ти воду пригнув в одежі. В одежі? А потім як я пойду? Ну, знімеш пуховик, да все. Ну, пуховику, да все. Пуховику можу йобнути. Да, давай, без одежди. Тебе пуховику, так, блядь, постави, щоб я якось під'їхав. Давай, ти пацани. Як я так подіду? О, Вован, і ще за сігу, за сігу. Стьопа, блядь. Я тобі що, блядь, ніщий? За сігу будеш, блядь, бо вона оцінюєш за сігу. Ти йобнутий чи що? Ну, реально, за сігу. Ну, за сіга є, іди ти в бупу, блядь. Тут бідненький хлопчик сам несе. Та мені не тяжко. Звісно, ти там її, блядь, пищі не носиш. Якщо ви будете держатися так, блядь, як я держусь, то ми так ні сьогодні не зробимо. Давайте, пацани, тут розчистимо. Давай, Іван, скорості побольше. Зараз я дай нахуй спочатку попробую. Є. Воно як? А воно не... Є. Блядь, тут не надо. Все? Не, я вас на ебу пидупил, а нахуярюсь, блядь, сижу. Блядь, ебу твою, суку, хуя мать, блядь. Давай, бабон! Давай, Іван, пока пилюка, пошел. Спецэффект. Принеси, Вова, свечи. Короче, попадаю, а воно, сука, не скользит. Давай ще свечки, Іван. Вова, быстрее. Воду, да, ти скинеш баб десятку. По 10 рублей скинемо. Зараз піди запитаємо. Ну давай. Іди бери, бо так ти не буде прийти. Сюди ближче, Маш. Сюди ближче. О! Блядь. О! Блядь. О! Блядь, ёб твою мать. Кстати, поезд, я на Вован, поезд! Вован, в наушниках! Зніми! Поезд їде, що не чуєш, що зб'є тебе? Не, не чую. Там їде, вроді, вже жжж. Може цепанесься за нього, де все, і буде нормально. Станеш на рельсу, де цепанесься якось, не знаю. Я тут що, я на ролі казав, що сука не прокачу. Це якби я був без роліки, я б цепанувся. О, привіт. Давай. Давай. Ром, давай, давай, давай. Блядь, я что-то на роликах. Не, я просто на роликах. Очень, блядь, давайте еще попрыгаем. Да я ж не. Скидаемся, Марина. Давай так тебе по 5 рублей, он прыгнет сейчас по пуховику. Не, не, не. Че ты давай, не забываешься? А? Че не забываешься? Бо нема часу и грошей. Пустки тягаешься. Еее, дам, Павла. Ты даешь даже, да? Не, Марина, еще и нема. Покажу. На нижчий мост предлагаю тобі йти. Там нижче ти хоч бомбочкою не цепанеш дна. А тут, не, я не знаю глибини теж. Тут висока і глибина може бути маленька по пояс. Чуєш, Мішаня? Не знаю. Ніколи не було раніше.
Ну, я всю жизнь прыгал, но там колено посадил, откупался. Вот с этого, но только в эту сторону, не в ту. Я прыгал без в эту, да. Только, ну... Нет! Давай, бомбочка, это как хорошо. Щучка не прыгай, реально. Ну давай тільки на живот більше, тоді, бо руки зламаєш. Ні, прыгай в бомбу і все. Блядь, не сухочу, Ван. Ну давай, Вован, 50 рублей собрали. Давай.